Претендент на титул в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов сделал довольно жестокое признание в интервью Fox Sports о том, что он собирается сделать со своим будущим оппонентом Тони Фергюсоном в их поединке, который состоится 4 марта. Если вы посмотрите мои бои с Дос Аньосом, Майклом Джонсоном и Дэрилом Хорчером, то заметите, что Тони слегка отличается. Я хочу разбить ему лицо, чтобы научить уважению. Когда я сражался с Майклом Джонсоном, я взял на болевой прием его руку и мог сломать ее, но стал медленно и осторожно наращивать давление, потому что не хотел нанести травму. Я понимал, что бой закончился, и нужно было медленно доводить прием, чтобы он успел постучать в знак сдачи. Если же Тони отдаст мне руку на болевой прием, то я ее сломаю, как Фрэнк Мир сломал руку Антонио Родриго Ногейре. Да, он яркий боец, в каждом его поединке UFC дают ему бонус за яркое сражение, но он никогда не сражался с такими бойцами, как я. Он встречался с Рафаэлем Дос Аньосом, Джошем Томпсоном и Эдсоном Барбозой, а это все ударники. Я совсем другой боец, ему лучше быть готовым к тому, что я делаю всю свою карьеру, ему нужно что-то поменять. Тони следует поработать над защитой от тейкдаунов, а также над навыками, которые помогают выбраться из-под соперника и вернуться в стойку. Ему следует поработать над защитой от ударов в партере. Он должен это сделать. Если не сделает, то я разобью ему лицо, завершу бой, например, кимурой, и сломаю ему руку. Ему стоит быть готовым к этому.